Режим записи. Так, сегодня 9 мая 2021 года. Состоялся военный парад на Красной площади. Самолеты пролетели над нами, но из-за низкой облачности было плохо видно. Сейчас ожидаем салюта. Установки прибыли. Готовится к залпу. Внизу скопилось огромное количество людей. Попробую показать. Да, плохо видно. Тренога не позволяет, а снимать видеорегистратор не хочу. Зал начался. Над всей Москвой огромное количество залповых установок. К сожалению, видеорегистратор не позволяет снять панораму. Все, что ли? Что-то непонятно. Кругом бабахают. Временная задержка была. Все дрожит от залпов, все внутренности содрогаются. Thank you.
когда-то вторая, видать, установка сработала. Сейчас, наверное, будет третья установка. В небе летают квадрокоптеры. Начиная с Поклонной горы, по всей Москве, по Волгоградскому проспекту, все в залпах. Вот третья установка. Красота неописуемая. Все, что ли? Головой. Thank you.
Маугли курит. О, красота какая. Машины сработала сигнализация, но самый шикарный салют на Поклонной горе там вообще. Я вот смотрю сейчас, в несколько раз лучше, чем здесь. Все. Потрясающее зрелище. Потрясающее.